Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня, короче, речь пойдет о такой бытовой штуке, как зубная паста. Мы, допустим, постоянно пользуемся вот такой зубной пастой. Кто-то другой. И часто бывает, что вот кто-то берет вот дома вот так вот мяту оставляет, вы берете ее, и вас это дико бесит. Дико бесит, вы не можете нормально выдавить, там вот неудобно, короче, и все остальное. Для этого китайцы придумали интересную штуку. Та-дам! Здравствуйте. Короче, все очень просто, банально просто. Я вообще, честно говоря, начинаю уважать китайцев все больше и больше. Принцип очень простой. Смотрите. Просто наклоняете, подтягиваете пасту. И по мере того, как у вас заканчивается тюбик, вы подтягиваете вот эту вот пластмассину. И можно спокойно пользоваться. Стоит копейки, реально копейки, но весьма практичная штука. Вы понимаете, я вот видел в одном фильме, как-то мужик даже развелся с женой из-за того, что она мяла тюбик и нифига не делала. А тут можно решить ситуацию, смотрите, каким мирным путем. В общем, все, кому интересно, можете поискать на Алиэкспрессе такую штучку. Очень практично. Интересно, заходит на, ну, допустим, на такую зубную пасту стопудово заходит, на другие тоже можно попытаться. Нормально власть приходит быстро и спасает ваш брак. Всем всего хорошего, это был Джедай, лайки приветствуются, пока, подписки также.